Осенний блошиный рынок. Здравствуйте, дорогие друзья! И вот я снова на блошином рынке на Тишинке и приглашаю вас в путешествие по блошиному рынку. И основной здесь музей истории игрушки. Это ему всегда здесь есть что-то, чему посвящена эта выставка. Ну вот там коллекцию свою предоставили из музея истории игрушки. И что только люди не коллекционируют. Перед вами коллекция Сумарокова, основателя музея истории игрушки. Первые находки в этой коллекции привезены из Нюрнберга, столицы европейской игрушки. Электрическая собака 1910 года. И миниатюрная кухня конца XIX века. Среди самых старых пара кукол 1870-х годов. И этих же годов музыкальный автомат. Сейчас в коллекции более 1000 редких экспонатов, а постоянным местом экспозиции является центральный детский мир. В недавнем прошлом центр паломничества детей и родителей со всех уголков нашей страны. Нет, все в хорошем, ну зачем? То есть вот А дальше мы с вами будем путешествовать по рынку. На второй этаж я, наверное, не успею подняться. Там, как всегда, шляпы висели. А вот эти тоже они все с дефектами, да? Вот то, что стоячие. Нет, все.
то есть по 500 рублей, то, что стоит вот здесь. Вот этот платок. Да. А вот это что, что никак я не поняла? Это счета. Тут не 6 тысяч. Все это хорошее. Аккуратненько попробуйте. Дерби Это маленькая, которая вас спросила, которая тарелочка. Вот это резной покрытие. Сколько? Вот это? Да, да. 1000 рублей. А здесь побольше 1500. Есть чайный пиво. А вот эта голубая тарелка, это... Вот эта голубая тарелка, это чья? Вот это мой сын. Да? Mm-hmm. И сколько он? На 5. Поехали? Поехали? Немецкий накладной хрусталь. Накладной, да, засчитается? Да, накладной хрусталь, потому что он, у него процесс изготовления такой. Сначала мастер отливает прозрачную форму, потом слоями на нее наносит хрусталь, и потом уже алмазным шлифом делает гравировку. Поэтому даже вот один тот же цвет, он имеет немножечко отличия по оттенку. Извините, даже... еще раз, а какой год? Ну, это где-то 50-е, 60-е. Спасибо вам большое. А вы сколько не было?
Двухслойный или накладной хрусталь – это одна из вершин стекольного искусства. В таких изделиях на самом деле два слоя – хрусталя цветного и бесцветного. Когда художник во время огранки готового изделия срезает верхний слой накладного хрусталя, получаются прозрачные грани. Это самый дорогой вид стекла, потому что, во-первых, он намного сложнее по технологии производства, и, во-вторых, его высокохудожественную огранку могут выполнить только профессионалы самого высокого уровня, работа которых превращает каждое из изделий в произведение искусства. С ювелирной точностью только вручную мастер наносит декор, прорезает верхний слой, цветной слой до границы с нижним, чистым слоем, благодаря чему появляются чарующие контрасты магической икра цвета, уникальное свойство каждого изделия из накладного хрусталя. Каждое изделие из него уникально, величественно, обладает чарующей магией красоты, совершенства и роскоши. Как и полтора века назад, накладной цветной хрусталь – это несколько часов кропотливого, искусного и нелегкого труда высококвалифицированных мастеров. После цветочка. Сейчас сядем, я тебе все продемонстрирую. И вот я в царстве шелковых платков и шалей. Мне повезло. Я как раз попала, когда предлагают владельцу роскошного художественного бутика купить раритетные винтажные шелковые платки. И он придирчиво рассматривает каждый шелковый платок. Ну, спорно, да, так что-то. Сан-Суси. Ну, давай. Какой-нибудь. Ну, все, да. А то, что это пришло? А, это 3000. Вот это? Нет. Давайте. Давайте. Да. А подождите, нам надо отдельно. Какой номер? Старый памятник.
Да. Ой, вот это какой красивый. Ну, странно. А кто это? Вообще без понятия, и город тоже не узнает. По всему это баллоне какая-то. Я бы удалил такую крышу. Нужны же тоже загадочные. Это тоже город. Скажите, пожалуйста, а вот это в какой зоне я вот здесь? Это 3000. Это вот какой-то мужественный. Ну, пойдем, без предметного. Подсветный. И вот мы в царстве дорогой винтажной бижутерии. Остановись мгновение. Я специально нажала на стоп, чтобы дать вам возможность разглядеть эту красоту, эти линии более внимательно, эти, ну, замечательные идеи. Вот это вот типа хохлама такая. Это оказалось, я из Италии привезла, это оказалось на заказ, сделали это известная художница наша, и она сейчас уже так не делает, попроще все делает, вот. И она еще под старой фамилией, это кто-то и мне сколько сказал. Такая прелесть? Сейчас скажу. 1000 рублей. А вот покажите чешскую бижутерию, у вас здесь есть? У меня чешская, вот это вот, у меня немножко.
Наступило время прощаться, но хочу обрадоваться вас, продолжение следует. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в следующей второй части.